Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп и видеообзор регулируемой надставки на транец по высоте для транцев толщиной 18 мм. Ну, вот. Что она из себя представляет? Это выполнено из финской ламинированной фанеры с двух сторон. Как видите, эта фанера имеет армирование сеткой, то есть при установке мотора вам нет необходимости устанавливать дополнительные какие-то накладки, чтобы мотор не уползал. Вот. Дальше здесь у нас внутри, как видите, есть небольшая выборка по 2,5 мм в глубину, для того чтобы вам не пришлось подрезать вот эту вот резиновую кромку на вашем трансе. Болты у нас в комплектации идут из оцинковки, не стоит нас ругать, просто цена болтов достаточно высока, и нам не хотелось завышать цену первоначально на эту накладку. Для установки вам потребуется всего лишь убрать лишние детали с транса, просверлить два отверстия по уровню, и после чего уже заняться регулировкой мотора. Об этом долго рассказывать не буду, потому что знающие люди об этом и так все прекрасно знают. Вот. Есть много видео по этому вопросу. Вот. Могу добавить, что данная накладка... Приветик, дай видео с ним. Вот. Можно сказать, что данная накладка позволяет регулировать высоту мотора до 6 сантиметров, то есть от 2 до 6 сантиметров. Понравилась накладка, смотрите, в ближайшее время скоро появится она уже на 27 миллиметров. Вот, у меня как раз транец на 27 миллиметров. Вот, придется следующее видео снимать уже с увеличенной вставкой. Вот. Понравилось видео, можете подписываться на наш канал, ставить лайки. Не забываем оставлять ваши комментарии, они очень для нас нужны. Вот, понравилось видео, подписывайтесь на канал, рекомендуем.